Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу, в день воспоминания положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, за богослужением читается богородичное евангельское зачало от Луки и рядовое чтение от евангелиста Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. «Рече Господь притчу сию, се изыди сей, да сеет, и сеющий ему ова подоша при пути, и приидоша птицы, и позабаша я. Другая же подоша на каменных, и де же не имеешь земли многие, и абия прозябоша, за ней не имеешь глубины земли, солнце же воссиявшу присвянуша, и за ней не имеешь укорения и схоша. Другая же подоша в тернии, и взыди тернии, и подави их. Другая же подоша на земли добрей, и даяху плод. Ова уба 100, ова же 60, ова же 30. Имей уши слышати, да слышит». Предлагаю прочитать этот текст в синодальном переводе. «Сказал Господь такую притчу. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Слово «притча» является переводом греческого слова «паравали» и обозначает прикидывание, сравнение или уподобление. Притча представляет собой такую речь, в которой отвлеченная нравственная или духовная истина объясняется при помощи разных событий и явлений в природе или в жизни. Таким образом, евангельские притчи, рассказанные Спасителем, представляли собой иносказательные поучения, образы и примеры, заимствованные, которые были Господом из обыденной жизни иудейского народа и из окружающей природы, и выражающие высшие духовные истины. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Толпа не имеет одинаковой способности судить, и каждый отдельный человек имеет отличную от других волю. Поэтому-то и говорит он им в притчах, чтобы, сообразно различию воли, народ мог получать различное наставление. Вполне ясное он соединяет с непонятным, чтобы через понятное призывать их к тому, чего они не понимают». Господь не раз прибегал к подобным рассказам в своей проповеди, раскрывая своим ученикам и многочисленному народу тайны Царства Божьего. Особенно такие образы были необходимы для апостолов, как будущих провозвестников Евангелия Царства Божия. В этой притче Господь использовал хорошо знакомую его слушателям картину, в которой говорится о 4 видах почвы. Первый вид – общественная земля, которая в Палестине была разделена на длинные узкие полосы, между ними лежали дорожки, которыми все имели право пользоваться. Падая на эти утрамбованные дороги, семя не имело возможности попасть в землю, чтобы вырасти. Вторая – каменистая почва, представляющая собой массивные пласты известняка, покрытые тонким слоем земли. В ней не было ни влаги, ни питательных веществ, и проросшее на ней растение было обречено на высыхание и гибель. Третий вид – почва с тернием, которая в момент посева кажется достаточно чистой. Доброе семя и сорняки развиваются и растут вместе,
но сорняки развиваются быстрее и заглушают растения доброго семени. Четвертое – хорошая, обработанная, глубокая и чистая почва. И как разнообразна бывает почва, в которую бросает семеносеятель, так разнохарактерна бывает и народная толпа, которой выходит проповедник, сеятель Слова Божия. Говоря о семени, которое упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, Христос подразумевает таких слушателей Слова Божия, которые не в силах понять слово, как не в силах утоптанная дорога принять упавшее на нее зерно. Людей, которые, услышав Слово Божие умом, принимают его, но сердце их не откликается, Спаситель сравнивает с семенем, которое упало на места каменистые, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Говоря о семени, которое упало в терние, и выросло терние, и заглушило его, Господь ведет речь о людях, мысли и сердце которых настолько заняты своими делами, что в них не остается места для дел Божьих. Люди эти принимают Слово Божие, но житейские наслаждения, погоня за богатством и суета не дают им времени укрепиться в вере, заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Борис Ильич Гладков поясняет, все люди приходят в этот мир добрыми, и зло внедряется в них потом, вследствие их же вины, или сознательного стремления к нему, или же легкомысленного попущения. Следовательно, черствым, невосприимчивым сердце делается по вине самого человека. Можно и твердую придорожную полосу земли вспахать и обратить плодородную. Следовательно, все зависит от воли самого человека, который и должен нести заслуженную им ответственность за невнимание к Слову Божию и нежелание уразуметь его. Семя, которое упало на добрую землю и принесло плод, одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30, означает людей, слушающих, понимающих и заботливо хранящих Слово Божие. Это люди, которые в терпении несут иго Христово и через то достигают известных степеней совершенства, сообразно усилиям, предпринимаемым ими для достижения Царства Небесного, принося добрый плод. Спаситель рассказал эту притчу, призывая учеников не отчаиваться, если они найдут больше погибающих, нежели спасающихся. И не переставать по причине этого сеять, так как они имеют пример в своем учителе. Именно поэтому в завершении притчи он говорит о доброй земле. Блаженный Феофилакт замечает, о доброй земле говорит после, чтобы открыть нам надежду на покаяние. Ибо хотя бы кто был каменистой землей, хотя лежал бы при дороге, хотя был бы тернистой землей, ему можно сделаться доброй землей. Как мы видим, дорогие братья и сестры, человеческое сердце является той самой почвой, на которую падает семя Слова Божия. Поэтому весь смысл нашей жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя, то есть наше сердце и Слово Христово, соединились в благодатном единстве. Помогай нам в этом, Господь! Господи Боже мой!